Лази сам. Кто тут-то? Стой. Залез. А что ты как? И а, чё? Сел. Хорошо сидится, Дима. Хорошо тебе сидится. Эй, упадешь, держись. Я тебя не держу. Сам слази. Вот сюда ножку ставь. Вот. Теперь другую ногу сюда ставь. Я тебя не держу, держись. Вот, перехватывай. Слазить никак он еще не научился. Он все, привык, все держит, отпускает и все. Ну да. А тут пресс качать. А, как раз ноги сюда ставятся. А, чё же вниз головой? Ну, да, правильно, наверное, так. Чё ты там? Песок. Каки. Идем на лавочке посидим. Фу. Лавочка хорошая. Давай на лавочку посмотрим. Дуга. С 80-х годов. А то и раньше. Покошенная такая немножко. Заборчик. А, еще вон лавочка одна. Там беседочка тоже. Здесь удобно, можно за ребенком не следить почти. Не, не, не трогай, не трогай. Дима! Ну что ты наш? А! Да что ж такое? Зачем тебе в лицо-то? Зачем? Там стаканчик еще. Ой, как катается Дима. Держись, Дим. Почему вы собаку отпустили? Она убежала от тебя, нас бросила. А вот именно. Ты ему не нужна, ей нужна ты. Ой, как Дим раскатывается. Раскатывается. Держись только крепко, не упади. Он сам катается? Да. Он пытается, да? Ариш, покатай ее вот на тех карусельках. Я хочу сюда. Не, она там любит. Я буду там. А как? Ты уже слазить хочешь? Слазить хочешь? Тихонечко сам слази. Посидим. Идем, посидим на лапочке. Ой, Дим! Дим, нельзя так! Фу. Все, давай, тряхнемся, пойдем. Раз ты так себя ведешь. Пришли мы домой, Дима суп, это щи кушает. Он же на борщ похож красный. Время у нас 15:34, мы гуляли, вышли довольно поздно. Вот, и погуляли хорошо вместе с бабушкой, да, Дим? Вместе с бабушкой, ну, в принципе, вы все это видели. И наши вот покупки. Вот это покупки. Это мне мама подарила коробку конфет. Также у мамы в гостях побыли. Я нашла свои две любимые кассеты. По-моему, даже, кстати... А, вот, да, вот эту кассету. Там музыка 80-х годов разная. Но они такие классные там. Вот, я уже много раз как бы записывала название группы. То есть через... телефон, программа, по-моему, Шазам называется. Записывала все это на листочек. Каждый раз этот листочек я теряла. Вот. И сейчас я думаю, нужно опять все это заново сделать, записать, переписать и найти, скачать эти песенки, чтобы слушать. Они, блин, ну они реально классные. По-моему, это эта кассета, пока она еще жива. Вот. И там еще какая-то была вторая, я тоже ее забрала. Мама собирается продавать музыкальный центр, старенький у нас. Так, чуть не стоит она. Ладно. Вот, ну и зашли, конечно, мы в Пятерочку, шли мы к маме, решила я что-нибудь... Ну, не могу же я с пустыми руками к ней прийти. Надо что-то купить. Ну и купила заодно печеньки. Ой, господи, печеньки. Нет, шоколадки на обзор. Это будет на обзор у нас. Милк. Фиолетовая корова. Мне все время казалось, что фиолетовая корова это альпенгольд. Почему-то мне так казалось. А это оказывается Милка. Вот. Мы с вами будем это все проверять, смотреть, действительно ли там внутри точно такая же шоколадка. Печенька, я так понимаю, здесь и сверху, и вроде как снизу, а посередине шоколад. Все ли так же четко, все ли хорошо. Вот. Стоила она 70 рублей. Это тоже стоило 70 рублей. Она была на кассе.
Здесь, я так понимаю, здесь прям как коробочка, и внутри вот такие вот. Тоже это все будем проверять. Наверное, это новинка, я вроде до этого не видела. Вот то, что тут, кстати, написано, альпийское молоко содержит для детей. Ну, насчет того, что для детей, надо еще подумать, конечно, наверное. Ну, здесь вот он состав. Это тоже все будет на обзор. И вот, в принципе, из-за чего я шла изначально, это вот именно вот эта шоколадка с Орео. Тоже интересно все это посмотреть, а реально ли в этой обертке точно так, кстати, она Неф новенькая. Значит, надо побыстрее выпускать ее. Вот. И вот такую же, кстати, подарила маме. Она, кстати, довольно объемная внутри. Она такая довольно толстая. А, здесь, кстати, даже нащупывается, да, эти Орео с той стороны и с этой стороны. Вот. Ну, то есть такая, в принципе, еще нормальная, как бы. А вот эту вот новинку, мне кажется, ее хорошо будут брать. И Орео все любят многие, я так думаю. Вот. Итак, ну, вот так у нас на обзор. Я их сейчас уберу в холодильник. У меня уже там, ой, уже там лежат шоколадки, я покупала. Сейчас посмотрим на обзор. Я покупала уже Alpen Gold. С чем они у меня? С клубникой. Alpen Gold. Так, с клубникой. Alpen Gold, я смотрю, вы очень хорошо смотрите, вам нравится. Так, здесь что у нас? Арахис и кукурузные хлопья. А, да, вот хлопьевка. И последняя. Это их по 37 рублей покупала. Миндаль и кокос. Кстати, тоже новинка, что ли? Что там? Не знаю, что там написано. Ну, вот. Это на самом деле еще не все. У меня еще на балконе лежат тоже на обзор. Надо, кстати, ой, сейчас он упадет. Тоже их надо перенести сюда. Вот. Ну, вот так вот. Здесь у нас майонезик. Кстати, соус вот этот, его, кстати, тоже надо на обзор. Он просто вообще обалденный. Он подходит абсолютно ко всему. Вот реально говорю, абсолютно ко всему он подходит. Ну, и тут у нас что? Дима, ты кушаешь? Дим, ой, господи, тут у нас горчица. Да, уже пошел обзор холодильника. Горчица вот еще там какая-то, она, кстати, вкусная довольно. И здесь у нас хрен. Ну, конкретно вот этот еще так нормальный. А бывает вот дядя Ваня, я помню, очень давно пробовал в гостях. Я его чуть всю банку не съела. Это настолько обалденно вкусно. А тут у меня, кстати, сметан стоит. Это я буду делать пирог Диме на сметанном тесте. Хотя, честно говоря, простоквашино, сметану я не люблю. Не знаю, но сейчас, по-моему, они немножко другие стали. Ну, вот так, короче, у нас все выглядит. Там вот еще два соуса этих же.